Ребят, всем привет! Мы сейчас находимся в городе Каменское на чемпионате Украины по тайм-атак. Приехал я на Peugeot RZ и, в общем-то, готовимся потихонечку к гонке. Сегодня у нас суббота, сегодня квалификация и свободные заезды. Я, на самом деле, проехал уже два заезда, нифига не снял, потому что вышло очень скомканно. Приехали достаточно поздно, врываемся сюда, и нам сразу через 10 минут вы выезжаете. Если вы не выезжаете, то вы отказываетесь, черт побери, а я здесь первый раз. Ни разу не гонял. Не на спущенных шинах с большим давляком пришлось выехать, что-то проскользил. Но второй раз уже лучше, получше подготовились. И, в общем-то, очень интересно здесь гоняться. Классная трасса. Пыжик радует. Наконец-то на нормальной резине. Спасибо Александру Гринчуку. Риня помог с Extreme Tires. Резина вроде бы ничего, и сейчас вроде бы давление сделал нормальное, 1,9. Пробуем что-то дубасить. Капот открыт, потому что машина остывала уже несколько сессий. Откатались. Автодром находится там, сейчас вам покажу. Тут я еще и не один. Здрасте. У меня еще и пассажирка. В общем, да, пока что чилим. Ждем последний выезд. Когда ты на Peugeot едешь на трек, масла много не бывает. Как-то так оно происходит. Я, кстати, лоханулся, не успел, точнее, протупил с утра одеть линзы. Приехал в очках, и вот это вот вырываюсь, срочно бегом на трек, скидываю очки. Черт, я нихера не вижу, блин, слепой, как крот. Две сессии что-то как-то проехало, и сейчас также буду катать третью. Ну, что делать, лоханулся, бывает. Ну, погнали. Так, сперва шины греем. Ретардер. Вот этот поворот классный. На газ пол прохожу. Солнце поменяло положение. Я теперь не вижу точку торможения. Я по шинам ориентировался раньше. Крутим вторую. Следующий поворот здесь, по-моему, двойной апекс. А, нет, не здесь. Я до сих пор не выучил трассу. Ой, затычная, она крутая. Воу! Ха! Класс! Вильнули. Вот здесь двойной апекс. Подвывалится. А здесь хорошенько притормозить. Облизываем апекс. Разгон. Ретардер. За ретардером сразу право. Здесь не поздно тормозить. Шпилька. Ну такое. Проваливаюсь я в ней. Разгон. Бордюр. Уу! Ретардер. Ох, я сейчас очканул, быстро сильно вошел. Я думаю, что можно позднее тормозить. Блин, кто бы мне объяснил некоторые моменты? Клетчатый. Ну, как-то так. Очень круто. Очень круто. Вот эта практика для меня была самая лучшая, наверное. Я уже начал немножко по-другому работать. Больше работы газом, тормозом. Плавнее входы. Классно. Ну, завтра мне нужно будет показывать уже какой-то результат. И как я часто говорю, главное не последним. Раз, два.
Доброе утро. Ну что, сегодня важный день, день гонки. Вчера была тренировка, мало чего снимал, потому что не было времени. Оператор только сегодня приезжает. Но не суть. Очень интересная трасса, прям действительно классно. Единственное, я вчера был без линз, сегодня наконец-то я их одел. Буду хотя бы видеть все воочию. По итогам тренировки я был лишь 10-й, но чувствуется, что мне не хватает вката, потому что сколько я накатывал, каждый круг был все лучше, 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 лучше. Мне еще есть куда расти. Минимум 2 секунды я еще мог бы снять, если бы пристрелялся. Очень жаль, что не получилось приехать на трек-дни, как раз четверг и пятница. Ну, в общем-то, как есть. Грубо говоря, ворвался сюда и сразу в бой. Посмотрим, получится ли что-то сегодня улучшить. В любом случае, интересно попробовать свои силы еще раз, посмотреть, на что способен я, на что способна машина, чтобы понимать дальше, что с ней дорабатывать. Пока что по треку самое стрёмное для меня — это ретардеры. Я на них немножко так безопаснее стараюсь проезжать, потому что не хочется, честно, зацепить колесо. У меня новое лакокрасочное покрытие, как-то, блин, только покрасил тачку и уже портить — такое себе удовольствие. Плюс можно повредить на высокой скорости. Ну, будем пробовать. Вот зачем мы сюда приехали. Зато какой у нас вид шикарный. У нас стартовую решетку, между прочим. А для того, чтобы весь маршрут был записан, нужен правильный видеорегистратор, который крайне удобно подобрать на Е-каталоге. Здесь есть раздел «Авто», а также раздел с регистраторами, попадая в который, Е-каталог всегда тебе предложит что-нибудь из популярных моделей, из новинок. Куча реально полезной информации, есть даже видеообзор, как выбрать видеорегистратор именно от Е-каталога. Всякая информация, отзывы о брендах, рейтинги видеорегистраторов, топ-5 и все-все-все, в том числе и технические моменты. Поэтому здесь вы подберете всегда то, что вам нужно по реально оптимальной цене. Ну, допустим, я хочу купить себе видеорегистратор на зеркало заднего вида. Нажимаем «Показать», и, пожалуйста, можно отсортировать по стоимости, по популярности и так далее. Здесь куча моделей. Ну вот, самый популярный, допустим, открываешь, сразу увидишь фоточки со всех ракурсов. Что в комплекте, все нюансы, как говорится. Здесь все технические характеристики, а также сразу подходящие аксессуары. Сомневаешься? Пожалуйста, отзывы от пользователей, которые можно почитать, и сразу будешь понимать, что из себя представляет тот или иной девайс. Плюс, Е-каталог реально экономит ваши деньги, потому что вы можете подобрать то или иное устройство по реально самой оптимальной цене,
в самом оптимальном для вас магазине. Но если вы уж совсем сомневаетесь в выборе товара, то вы можете сделать даже прямое сравнение. Ставите галочки на интересующих вас девайсов, нажимаете кнопку «Сравнить», все параметры, и, пожалуйста, все перед вами, можете сравнить лицом к лицу то или иное устройство. В общем-то, e-каталог, как всегда, рулит. Раздел с видеорегистраторами вы найдете по ссылочке в описании. Рекомендую. Вот это зло. Эта штука так шмаляет. Капец, я в шоке. Но это корч. Я даже не знаю, что это. Она просто разрывает. Нифига, видимо, не весит. Engine, и мне кажется, что даже мощность пропала. Чё тебе опять не так? Алло, BMW. Пишу BMW. Чё тебе не так? О, check engine уже не горит. Он устал. Фух, отдубасили. Мне кажется, что в этой сессии должен был быть лучший круг за весь уикенд.
Владик, ты готов? Нам же пассажира можно подвинуть. Вакантное место. А проблема в том, что двигается только водительская. Пассажирская там поломана, это самая электрорегулировка. Я до сих пор не сделал. Так что Владик сядет сзади меня. Я чуть-чуть подвинусь. Так, сантиметров на 10. Сантиметров на 10, не больше. Так что ты не обольщайся. И вот тебе вакантное место. Сейчас только барахло туда перекинем. Комфортные условия работы. Что там? Как там? Мусье, прошу. Не, ну у тебя есть вариант поехать на автобусе. Держи. Да, и б***ь его в рот. Ну давай, подожди, может ты не влезешь, сейчас придется Алина туда засовывать. О, ноги в раскорячку. Либо так. Я как королева тут. Нормально. Нормально? Нормально. Все, едем домой. Peugeot RCZ. Семейный автомобиль. Рекомендую. Ты реально высидишь? Давай я сяду. Да нормально. Ой, почти плацкарт. Давай до заправки. Есть. Да, почти плацкарт. Мы едем домой таки. Да, Владик? Вы видите, оператор, у него все условия. Лучшие условия труда. Обращайтесь ко мне на работу. Да. Вася! Я как Эйс Вентура из Бопы Носорога. Alive, alive. Шо, Влад? Приятно чувствовать землю под ногами. Нам куда же идти? Бля.